Здравствуйте, другие недруги, мы находимся на канале Вифобия, мы находимся в Запорожье, на календаре у меня 7 марта, на улице снежок пошел, на будильнике 10:40, мы вроде как бы живы, здоровы, в городе пока мест тихонечко, снежочек идет, хотя показывают вроде 1 градус тепла, поэтому в теории он скоро растает еще, но это не точно. Что еще? Ну, вроде магазины стоят, живы, здоровы тоже. Случаев мародерства пока мест не в курсе, потому что все вроде целое и люди держат себя в руках. В области вроде там не особо спокойно. Сейчас информируют нас о том, что вроде бы как на территории, по оккупированных территориях, вышки связи ломают и связи нету, то есть мобильных операторов и все такое. И помимо этого ставят свои пророссийское телевидение. Ну, то есть, смотрите телевизор, только не украинский, а российский. Что-то в этом духе. Поэтому какие-то такие новости. Что еще? Ну, где-то действительно там показывают в области Запорожской. Нету света, воды там. Тяжелые ситуации, так сказать. Ну, в городе пока все достаточно неплохо. Что еще? В скором времени еще постараюсь вам... Сонька доберется до Польши с Алиской. Постараюсь вам какое-то... пару слов, как говорится, от Соньки взять, чтобы вам рассказать, там, может, показать что-нибудь. Как там, как там в Польше для тех, кто будет там свои семьи переселять за границу, либо просто вот кто там переселяется касательно женщины, дети, старики. Ну, чтобы немножко подготовить, что ли. Поэтому немножко дальше узнаем об этом тоже.